На портале «Добродел» продолжается голосование по запуску новых маршрутов общественного транспорта. Рабочая группа по транспорту, куда вошли сами жители и специалисты, разработала 8 маршрутов. Уже определились явные лидеры. Больше всего голосов набрали маршруты Дрожино-Расторгуево, 6-й микрорайон Каширское шоссе метро Орехово и зеленые аллеи метро Царицына. По этой дороге жители микрорайона «Зеленые аллеи» ходят до остановки общественного транспорта. Несмотря на близость к Москве этого микрорайона, добраться в час пик до метро достаточно проблематично. Жители «Зеленых аллей» пользуются 2 маршрутами, чтобы доехать до Москвы. От остановки на улице Школьной автобус хоть и ходит к метро довольно часто, но в час пик, жалуются местные жители, собирает все пробки на Каширском шоссе. Да и дорогу к остановке нельзя назвать удобной. Если вот этот проход сделали бы нормально, но вот оттуда, здесь недалеко, в принципе, минут 10 ходьбы. С утра, правда, вот пробки плохо ездят вот здесь, вот, потому что дорога-то у нас загруженная очень. Гульнара Альбегова чаще пользуется 2-м вариантом – маршруткой до метро Царицына. Она недавно въехала в свою новую квартиру, вот только радость от новоселья омрачают транспортные проблемы. Общественный транспорт частенько приходится долго ждать, а в выходные маршрутки возят пассажиров и вовсе до 9 вечера. И это при довольно ощутимой стоимости проезда. Частный перевозчик берет за свои услуги 65 рублей. Стоим, ждем снег, дождь или что будет, ветер, мы вот стоим. А так вроде бы они вначале стояли, а сейчас уже не стоят. Они говорят, что людей здесь мало, пока не заселились. Но надо начинать с малого. Скоро уже будет заселено, будет очень много людей, поэтому немножко они халатно относятся к этому. На проблемы с транспортом жалуются и жители 6-го микрорайона. Мало того, что в часы пик отсюда довольно проблематично выехать, так еще и до взрослой поликлиники ходит всего лишь один автобус. И, как уверяет большинство жителей, этого недостаточно. До перинатального центра действительно либо только пешком, либо только до круга, а оттуда пешком. То есть никакой транспорт не ходит. Восьмерка бесконечно долго ее ждать. То есть мы вот как бы знаем это все, нам это очень необходимо. Ну и вообще, в принципе, до метро, если будет еще один вид транспорта, это будет очень большое спасение. Я вообще люблю пешком ходить, поэтому для меня это не проблема. Но с транспортом, да, тут не очень. Когда нужно, вот мы выходим, и я не знаю, может, кому-то этого не хватает. Может быть, большие перерывы между автобусами, вот этого я не знаю. Увы, жители по-прежнему не очень активно пользуются порталом «Добродел». Из всех, с кем нам сегодня удалось поговорить, только один человек принял участие в голосовании за новые маршруты. Голосовали? Да, голосовала. Именно за этот маршрут? Да, именно за этот маршрут, ну, потому что живу здесь. Голосование на портале «Добродел» по новым маршрутам продлится до 7 апреля. Каждый житель Ленинского района может отдать голос только за один маршрут из представленных. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.